Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и у меня для вас немножко новостей. Начнем, пожалуй, с новости, которая касается моего канала. О том, что же его ждет дальше. Ну, во-первых, ролики будут выходить очень редко, до тех пор, пока не закончится двухнедельная сессия. Последний день этой сессии – это 27 мая. То есть две недели, действительно. Там будут экзамены, я просто обязан их сдать. Так что, пожалуйста, не давите на меня и не просите там у меня когда соседа. Когда соседа будет, но вот когда, пока не знаю. Там уже модов понаприслали немного. И еще кое-какую версию показать надо интересную. Короче, все это вы увидите. Ну и, во-первых, как вы, наверное, уже помните, я создавал новый канал, который называется Максимадзе «Удаленные видео», на который я выкладывал видео, которое пришлось удалить с основного канала для того, чтобы устранить нарушения, которые связаны с тем, что с ними нельзя включить монетизацию, нельзя подать заявку на участие в партнерской программе YouTube. YouTube, так как YouTube жаловался, что чужой контент. Несмотря на то, что я устранил эти нарушения, YouTube мне прислал очередной отказ. Представьте себе, ребята, несмотря на то, что я устранил нарушения, YouTube мне снова отказал принимать меня в партнерскую программу и сказал, что у меня опять якобы есть чужой контент. Хотя я удалил все видео, где есть такой контент. Если вбить в творческой студии видео, где есть жалоба на нарушение авторских прав, там ничего не найдется. И то есть получается, что YouTube просто надо мной прикалывается. Просто не хочет мне платить. Считает, что я недостоин денег. Сейчас я нахожусь на этой самой страничке, где можно рассмотреть статус монетизации канала. И как вы видите, что у меня якобы использование чужого контента до сих пор есть. Вы сами только что видели, что у меня нету ни одного ролика с нарушениями авторских прав. Возможно, кто-то подумает, что может быть есть такие ролики, просто они не обозначаются так. Может быть, но я лично сомневаюсь, потому что, во-первых, на этой самой страничке даже не показывается, к каким видео это относится. Во-вторых, если такие видео есть, то они вообще никак не обозначаются. И что, неужели я должен как-то угадывать, искать, удалять видео по очереди, чтобы узнать? Я думаю, что нет. Мне кажется, что YouTube просто прикалывается надо мной. И, кстати, знаете, оказывается, это не только у меня уже такое случается. Есть на YouTube ролики, где пользователи жалуются на то же самое. И дело в том, что даже нельзя написать техподдержку YouTube, потому что, чтобы писать техподдержку YouTube, надо войти в партнерскую программу, а YouTube туда не принимает. Со стороны YouTube, на мой взгляд, ну это просто свинство. И, короче, мой друг Лёха с канала «Чё хочу, то врачу», с которым мы недавно снимали CSGO, решает, что и ему там кто-то так сказал. Решает, что, скорее всего, YouTube просто не хочет продвигать канал из-за того, что на нем очень медленно набирались подписчики. То есть, если подписчики набирались... 1000 подписчиков набиралось больше года, то YouTube просто пофигу. Он просто не будет. Ему будет просто пофигу, он не захочет продвигать этот канал. Лёха на своем канале 1000 подписчиков набрал меньше, чем за 2 месяца. Но это все благодаря рекламе, которую ему сделал канал Полное ТВ. Ну и что у нас получается дальше? Он сказал, что будет логично сделать новый канал и перенести видосы на него все. Я считаю, что это очень долго и трудно. И то метод не на 100% рабочий. Возможно, просто потратим время впустую. Я вот, короче, как думаю. Может быть, где-то год еще. Ну или где-то чуть больше, может быть. Я еще так, без монетизации, повыпускаю ролики, так сказать, проведу канал свой, а потом, может быть, создам новый. Со старого канала ничего удалять не буду, просто будем выкладывать ролики на новом.
Почему я говорю год еще пробыть? Нужно для того, чтобы набрать побольше подписчиков и чтобы при создании нового канала на него перешло как можно больше людей сразу. А то сейчас подписчиков не так много. 1300 подписчиков — это реально маловато. Я думаю, что меньше за раз перейдут меньше 100 подписчиков. Ну, может быть, 1000 подписчиков наберется, но очень-очень медленно. Поэтому давайте немного подождем с этим. Ну что ж, а вторая новость — это новый опасный вирус Ютуба. Он называется Cardano ADA. Это такой канал, не знаю, кому он там принадлежит, какому дебильному чуваку. Короче, он не хочет создавать отдельный канал, чтобы на нем что-то делать. Он просто ворует чужие каналы. Короче, как я про него узнал? Есть такой ютубер Мистик, бывший ютубер Майнкрафтер Мистик и Лагера. Возможно, кто-то их знает. В конце прошлого года они выставили свои каналы на продажу. Лагер уже продал свой канал, Мистик еще нет. Но, в общем-то говоря, они уже ушли с ютуба. У Мистика также был еще второй канал для видеоблога, влоговский канал. Назывался он Hello Mystic. И там были довольно-таки смешные видосы. Этот канал тоже был выставлен на продажу, но канал этот был захвачен этим самым Cardano ADA. То есть Cardano как поступил? Он просто взял, без труда взломал этот канал, удалил с него все видосы, все разделы, выложил два каких-то там видео с непонятным, непроизносимым названием и запустил какой-то там стрим для накрутки денег. За это YouTube заблокировал канал. Но, собственно говоря, почему я говорю вирус? Потому что Cardano это нисколько не останавливает. Он ищет новый канал с примерно таким же количеством подписчиков. У Hello Mystic 200 тысяч чем-то было. Без труда за 5 минут взламывает этот канал, удаляет с него все видосы и делает все то же самое, и его блокируют. И он сделал уже так, наверное, больше, чем с десяткой каналов. Короче, так что будьте осторожны. Если вы ютубер и у вас такое количество подписчиков, то будьте очень осторожны. Я представляю, что он может сделать с ютуберами, у которых 10 миллионов там подписчиков уже есть. Ну или около того. Может просто оборвать всю карьеру. Это просто мошенничество какое-то, при этом, при котором, правда, мошенник денег не получает абсолютно. Не знаю, зачем этот Cardano вообще так делает. Ну, в общем-то говоря, просто, короче, будьте осторожны. Ну а на этом у меня все. С вас Лайкос, подписывайтесь с меня, эпичные видосы. Подписывайтесь также на стримовский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры, а также вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока!